В общем количестве дагестанских спортсменов было около 40 на чемпионате мира по грэпплингу в Москве. Из них более 30 человек представляли ДЦЦ. Остальные спортсмены из клуба Саид Мухаммад Хаджа Абубакарова, юноши, младшие юноши и ветераны, которые успешно представляли наш регион на международном уровне. В общем, 4 схватки я отмечу по джиу-джитсу. Я провел 2 схватки. Был самбист, который выступал по самбо Казахстана. Ну, для меня он очень удобный попался, я его бросок сделал бедро, его удушил. А в финале попался тоже русский парень, чемпион мира по джиу-джитсу. Ну, хотел провести бросок, он перевернул, и я зашел наверх и не дал ему встать, и позиции занял. Выиграл 8-5. Рамазан Рамазанов впервые принял участие в этом спортивном направлении. Завоевал золотую медаль как в направлении грэпплинга, так и джиу-джитсу. Закалка дзюдо, отмечает спортсмен, ему помогла. Грэпплеры, которые тренируются в данном спортивном зале, имеют огромное количество регалий. Есть победители чемпионатов России, Европы, а также международных первенств. Сделал 2 схватки. Одну выиграл киргиза, из Дагестана поборолся. Киргизам посложнее, чем было. И дагестанцев я в финале отдал по джиу-джитсу, а по грэпплингу выиграл. Как вспоминают участники, первый соревновательный день турнира проходил в дисциплине грэпплинга, второй в гикимоно. Хорошая подготовка наставников Гаджимурада Абдулаева и Ибрагима Гагаева принесла положительный результат клуба ДЦЦ Махачкалинской спортивной школы номер 2. Отдельное спасибо нашему тренеру Абдулаеву Мураду. Он дает очень большой результат, прославляет нашу республику, не только у нас в России, и на аренах мира. Такое количество медалей и такое количество ребят, которые вовлечены в этот спорт, это очень мало в республике. И хотелось бы, чтобы такое вовлечение было все больше и больше, потому что спорт объединяет, спорт – это сила, тем более наше будущее заключается в развитой молодежи. Спортсмены Дагестан Комбат Клуба уже приступили к углубленным занятиям. Первую тренировку провел руководитель Хасортовского клуба ДЦЦ Ибрагим Гагаев. Президент Федерации грэпплинга в Северокавказском федеральном округе Гаджимурат Абдулаев отметил, что на этом турнире выступили лучшие грэпплеры – более 200 человек. И то, что от нашей республики приняло участие такое количество спортсменов, говорит о хорошей поддержке. Клуб, конечно, функционирует не без помощи. Например, самый отличившийся наш человек – это тот человек, который нам подарил это помещение, который дает нам возможность на протяжении 2 лет уже показывать такой высокий уровень как в молодежи, так и во взрослых. Это Юнусов Магомед, это директор автошколы ДОСАВ. Городской фирма «Бейт». Отдельное спасибо им за то, что они помогли нашим некоторым ребятам реализоваться по жизни. Кому-то где-то материально, кому-то где-то помогли какими-то продвижениями. Большое спасибо всем людям, которые за нас болели, которые верят в нас и вкладываются в наш результат. В очередной раз Дагестан Комбат Клуб повторил успешный результат прошлого года и в дисциплине грэпплинга завоевал первое общекомандное место на чемпионате мира. Из 32 человек золотые медали завоевали 26 грэпплеров. Победители данного турнира уже являются потенциальными участниками будущего чемпионата мира, который пройдет в 2016 году в Америке. Арслан Дацыев, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».